веселый. Мне понравилось, что он про настоящих друзей. Таких, как мы, ребята, всегда вместе. Скажите же, вообще не хочется расставаться. Я бы с вами весь день тусила. И я. Когда вас нет, я вообще не знаю, чем заняться. О, кажется, у меня есть идея. А давайте сделаем фото на память. Классно, давайте. Пошли туда, к елочкам. Блин, ребят, меня не видно. Я вообще только наполовину влез. Давайте лучше я сфоткаю. У меня руки длиннее. Улыбаемся. Мне не получилось. Я вообще моргнул. У меня шапка криво. Давайте еще раз. Давайте. Мне опять не нравится, камера стрёмная. Да не парься, лучше уже не получится. Да обалдел! Илюк, ты посмотри, какая тут у тебя рожь. На свою тебе, посмотри, фотайтесь без меня. Я тоже не буду. Ребят, но мы же друзья. А давайте еще раз на этот фильм пойдем. Пятый ряд посередине. Блин, ну тот же фильм как-то тупо. Давайте другой. О, тут ужастик есть. Я боюсь ужастиков. Вот мультик, давайте на мультик сходим. Вы что, малолетки на мультик ходить? Да сам ты малолетка, мне нравится. Мне тоже. А может пойдем тогда в песочницу поиграем? Да пошли вы! Вот именно. Давайте в кафешке посидим. Ну, что, порно раскидаем? Сфига ли, я только чай пил. Я вообще-то девушка. Мы здесь все равны, Настюша. Ах, все равны. А что ж тогда так много поназаказывал? Ну, вот именно. Как столько жрать можно? Завидуйте молча, нищеброды. Ах, нищеброды, ну и плати тогда сам. Вот именно. Капец, друзья.